В 71-й Махачкалинской прогимназии состоялся ликбез по правилам дорожного движения. Мероприятие под названием «Зеленый огонек» прошло в игровой форме. Две команды, почемучка и знаки, старались друг перед другом блеснуть знаниями. Рассказывали стихи, пели песни, собирали конструкторы и использовали наглядные материалы. За каждый оригинальный номер команда получила от жюри флажок. В итоге у всех равное количество баллов. В составе жюри были в том числе и сотрудники ГИБДД. С самого раннего детства нам надо изучать правила дорожного движения, соблюдать их, рассказывать о них другим, тем, кто не знает их. Вот вы сегодня показали себя как лучшие знатоки правил дорожного движения.